Всем привет, дорогие друзья, с вами Лавка Орка, и у нас топ-10 миниатюр космодесантников Хаоса по версии наших покупателей. Поехали! На 10-м месте темные апостолы. Парни, которые посвящают свою жизнь распространению нечестивого слова. Активно проповедуют поклонение Хаосу по всей галактике. Их усилия не остаются без награды. Темные апостолы окружены демоническими аурами защиты, а сопровождают их темные ученики. 9-е место. Терминаторы космодесанта Хаоса. Ветераны в тяжелой броне. Они составляют элиту боевых отрядов своих хозяев. И ничто, кроме специального противотанкового лазера, не может остановить терминатора на полном ходу. На 8-м месте Векс-Махинатор. Еретик, сражающийся верхом на Хеллсталкере. Одно его присутствие заставляет механизмы, еще не пронизанные демоническими сущностями, выходить из строя. Он вытягивает дух умирающих машин, используя собранную энергию для активизации других механических двигателей и высвобождая ее в виде кричащего луча. На 7-м месте у нас рубрик Марины «Тысячи сынов». Многие из этих бессмертных воинов были сами по себе псайкерами, пока древнее проклятие не обрекло их на вечное существование в качестве живых оболочек. Их силовые доспехи теперь не содержат ничего, кроме сверкающей пыли. 6-е место. Набор космодесантников Хаоса. Это ядро любой армии хаоситов. Родом ли они из темных дней Ереси Хоруса или стали предателями совсем недавно? Эти зловещие воины сочетают свои генетические данные и дары с темными благословениями и злыми чарами. Ой, я, кажется, заболел. А это значит, что на 5-м и 4-м месте нашего хит-парада – воины Нургла. Чумные десантники в наборах Easy to Build и полноценная коробка занимают 5-е и 4-е места соответственно. Раздутые гноящимся разложением, чумные десантники составляют оплот Гвардии Смерти. И в отличие от многих легионов предателей, их численность только увеличилась с течением тысячелетий. Друзья, а теперь... Тройка лидеров. Делайте ваши ставки. И на 3-м месте у нас это Мифик Блайт Хаулер. Это легкая демоническая машина, которая обеспечивает Гвардию Смерти тяжелой огневой мощью. Везде, где это необходимо. Его ржавые бронированные пластины могут поглощать впечатляющее количество урона, прежде чем он выйдет из строя. И у нас 2-е место. Здесь. Конечно же, самый замечательный, единственный и неповторимый Абадон. Воитель Хаоса, командующий Черного Легиона, неформальный лидер, объединивший всех космодесантников Хаоса против Империума Человечества. И на 1-м месте то, что вы так ждали. Ждали и дождались. Это опустошители Хаоса. Парни, обеспечивающие легионы предателей разрушительной противопехотной и противотанковой огневой мощью, доминируя на участках поля боя с залпами карательного огня. Те самые хаваки. Друзья, это был топ-10 миниатюр космодесантников Хаоса по версии покупателей Лавки Орка. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх, оставлять комментарии к этому выпуску. До новых встреч!